А по машине продаете? Да. Продаете? Да, да. А подскажите по состоянию, можете? Ну, нормальное состояние. Битая, не битая? Да почему она битая? Все сделано. Не, ну я спрашиваю, битая, не битая? Да все хорошее, не переживай. Все хорошее, а что не берут хорошего? Да потому что денег нет, нищеброды одни, звонят, блин. Нормальные люди едут покупать новую машину за 2,5 ляма. А это за 900 рублей, блин, все мозги только выносят. Нормальный человек не позвонит, чтобы приехать купить. Поэтому не берут. Или половина врут людей. Вот ездил сегодня, смотрел машину, сказал одно, а там, блядь, пол машины. Ну а как надо продавать-то? Я тебе что, правду, что ли, буду говорить? Мне машину надо продать. А я приеду поэтому за 500 километров и буду хуесосить. А мне это не волнует совершенно. Это тебе нужна машина, а не мне. Я-то и так на ней катаюсь. Так а поэтому зачем врать тогда? Ну, можно правду сказать. Врать надо, чтобы продать машину, объясняй. А как же карма, как же потом... Плевать на все. Деньги, только деньги нужны. Правды нет в жизни. Есть правда. В церкви нет правды. В церкви даже нет правды, а ты хочешь, чтобы машину купить. Правда есть. Вот идешь за 2,5 лям, такую же сервишечку новую берешь, и вот там тебе вся правда будет. А если нет у тебя 2,5 миллиона, значит, терпи. Ну, вот чего терпи-то? Надо жить по-человечески относиться. А как же потом вот больше? Вот это есть по-человечески. Не морочишься потом, не мучаешься, то есть ничего. Подожди, а как морочиться? По-человечески ты живешь, идешь за 2,5 миллиона покупаешь. А когда ты за 900 покупаешь, она не может быть такой же, как за 2,5 миллиона. Да я как могу еще по-человечески купить и за 200, какая да разница. Да не можешь ты купить. Если бы ты мог, ты бы не звонил мне, согласись. Ты бы пошел, ты купил новую. Да почему? Ну ты хочешь такую же новую. Ну почему? Вот мне 53-й ты сегодня человек звонишь. И все одно и то же. Я говорю, вы что, ждете, приедете, чтобы вы новую машину купите? Такого быть не может. Да ну, я тебе образно спрашиваю, что с машиной? Ты можешь сказать состояние? Да ничего, машина, она и машина. Ну как обычная машина. Вот так ты ее и не продашь никогда в жизни. Я никуда не спешу, у меня их 8 штук. Мне куда спешить-то? Понятно. Я этим занимаюсь. Хоть 15, какая разница? Я тоже занимаюсь, но я по-другому подхожу. А я только так. Вот сегодня продали две машины, слава богу. Наебали народ и все, да? Да. Деньги взяли, а там хоть трава не расти. Все же аукнется. Будешь потом ворочаться, кряхтеть. Ничего страшного, потерплю. Или там уже ничего не осталось. Терпеть. Ясно.